очень красивый проект, называется Marina Palms. То есть тут два дома стоят практически на воде, на выступающих в воду таких островках. Uh-huh. И с мариной, где дорогие очень яхты. Люди покупали квартиры и покупали с мариной. То есть некоторые обладатели квартир имеют стоянку, да, для катера. Да, да. Это удобно, конечно. Да. Видите, у меня тут такой свободный вес. Я тут продал две квартиры. У меня свободный вес тут на все остался. И ага. Вот можете посмотреть, какая тут парковка. Почем квартиры? Тут начиная с 700 тысяч, скажем, квартир. То есть тоже не 100 миллионов, то есть можно, да, жить? Да, да, очень можно. И тут квартиры очень, я бы сказал, хорошие. Шикарные, большие, two-bedroom. Ага. Ну, большие это как? Ну, около 1900 square feet. Слушайте, это очень прилично, да. Это как дом нормальный? От 1760, так, до 1900 square feet. А вот риэлтор, допустим. Вот вы риэлтор, у вас там свое там риэлторское агентство. Да. Откуда берется клиент? Окей. Клиенты с рекламы, с, ну как, сарафаново радио. Да, то есть, да, по рефералам, да. Да, и вот так только. А то есть с рекламы тоже есть? Да, конечно. Потому что я всегда считал, что вот такой бизнес, он в основном... Как бы ты должен доверять человеку и так вот просто с улицы не возьмешь. Вот. Ну, кто-то начинает работать, и ему нравится работать. Uh-huh. Он уже продолжает. А много вот в вашем бизнесе, например, повторного бизнеса? Вот он купил раз, купил два, да, купил три. Да. Есть такое, да? Да. Именно инвесторы или. И есть инвесторы, и, так сказать, люди, которые ну, хотят улучшить свое жилье. Купить или более большое, или более дорогое. Легче работать с людьми, которые понимают, что хотят, или с людьми, которые, я не знаю, вот они... Нет, конечно, легче с людьми, которые понимают. То есть не первый раз, да, уже, и потому что часто люди хотят, так сказать, купить то, что не продается за такие деньги. И там, где... То есть более опытные, они более реалистичны, так получается? Ну, скажем, да. Как, где мы находимся? Это Marina Palms. Это кондоминиум Marina Palms, который находится, можно сказать, посреди воды. Вода тут с двух сторон. Да. Лакшери дом, но цены вполне, я бы сказал, нормальные. Угу. Очень красиво сделан, дорого сделан. Сейчас вы посмотрите, какие тут amenities, все это вот. Удобство, как бы. Да, удобство, так сказать. А тут в одном у них видно было, вот они этот пари-рум взяли для... Ну да, для партии. Да. Да. Это испанский... нет, тут я попалечил. Значит, это одна... Да, нет, партии нету. Да, сделать свой. Хотите, можем кофе сейчас выпить? Ну, давайте выпьем кофе, а то я с утра не допил свой. Давай. Принеси свою еду, тут все плита, холодильники, все. Общественный кофей. Да, Красивые лампы. Вот. Знаешь, можно вот так сесть, вот тут на стульчике, так? Да, вот сесть, да, пить, да, кофе и смотреть, да, вот на красоту. Значит, тут есть местная, так сказать, моя... И смотри, сейчас девушка хорошая проедет. И, вот. Интернет. Вот, пожалуйста. Интернет-дизайнер Стивен Джей. За те же деньги. Да, и он оформляет очень много домов, он оформляет новых домов. Сколько лет ему? Стивен Джей. Да. Единственное, что действительно на улице, если оказаться, то там жарковато. Жарковато, влажновато, но очень красиво. Очень красиво. Вот видите, вот можно выйти, там эти лодочки стоят, яхточки. Очень красиво. У них есть такой model unit, который можно... Слушай, как интересно сделали. Надо же так. Который можно посмотреть. Друзья, если у вас есть умельцы какие-нибудь, у которых руки растут из правильного места, а не как у меня, например, вот можете сделать такую красоту. Значит, мы посмотрим этот model unit, просто риэлтор, который показывает, она куда-то отошла. Ну что же, новый дом, чувствуется, что новый? Чувствуется, что новый.
Я бы сказал, что вот так, когда выходишь и яхточки стоят, это очень по-калифорнийски. То есть у нас это очень популярно. Так, пахнет кофеем, кстати. Да, ну я же говорю, мы можем сейчас, можем попозже. Так, а это мы куда-то еще попали. Это, так сказать, называется Newsroom. Newsroom, газету да, почитать. Вы можете прийти тут посидеть, я очень часто тут сижу. Я сюда в джим хожу. У нас в доме нету, я сюда хожу в джим. Сейчас вам покажу, что тут, что это дает вообще, да. Да, вы можете кого-то пригласить. Конференц-рум. Да, и сесть тут, поговорить. Очень, очень симпатичный конференц-рум. Давайте я зайду. Ах, пахнет хорошо, слушайте. Конференц-рум очаровательный. Очаровательный. Так. Да. Обычно тут нет. Так, ну что, идем дальше? Так. Вы слышите, шкварчит. Это шкварчит кофемашина. Да. Значит, это вот у кого дети. У кого дети, могут ли сдать сюда для присмотра? Люди тут не бедные. Живут так. У всех. Вот, няни есть. Вот они тут. С нянями. Пускают сюда детей, с няней, да, и вот тут вот. Слушайте, неплохо тут детям. Друзья, я хочу быть этим ребенком. Миш, ну я думаю, что так вот, судя по, тут не особо используется это помещение. То есть, как всегда, в таких домах, знаешь, вот все задумано красиво, а никого нет, и в этом прелесть. Да. Я хочу сказать, что вчера мы пошли, у нас в комплекс, где мы живем, там есть джим. И мы думаем, тоже пойдем, новое. Думаем, тоже новый, да. Мы говорим, пойдем-ка в джим. Приходим мы в джим. И там, кроме нас, там много всего. И кроме нас, там всего два парня, мексиканцы. Ну, латинос. И всего один набор гантелей. И оказалось, что мы с ними вот боролись за этот набор гантелей постоянно. Сейчас посмотрим. Так. Я все гантелей пожалели, я вообще поражаю. Это, у меня есть, слава богу, выбор. Этот джим я люблю больше всех. Так. Пришли в джим. Девушка сидит. Эй! Да, слушайте, это как хороший 24 hours. Оборудовано. Ребята, 24 hours может позавидовать. Хорошо, хорошо. Скамеечки, мячики, штанги. Вот мне вчера так не хватало. Так. Так, отлично, очень хорошо. Друзья, и посмотрите, на каком фоне, с каким видом вы можете сидеть тут и качаться. Или бегать. Это Флорида стайл. Это то, что. Вот это Флорида стайл. Смотрите, какой вот бассейн, качаешься, как он. Да. Вот бассейн. Да. Хорошо, хорошо. Я бываю, выхожу тут на бассейн. Ну, друзья, я хочу сказать, что это и Калифорния стайл тоже. В этом смысле мы с флоридскими... Слушайте, очень симпатичный тренажер. Свет, сними меня, сними меня. Очень дорогой этот эквипмент. Сними меня. Тут очень дорогой эквипмент. Да. Они тут поставили довольно дорогое оборудование. Очень интересно, оно еще вот так же ходит, понимаешь? То есть у него несколько дополнительных степеней тут свободы. Слава богу, ну что же, хорошо. Так лопаточки сходятся, хорошо. А вот такой же стул, который мы вчера не могли освоить, что там люди туда не гибаются. Да, так. Штанга. Отлично все. Где пятизвездочный отель? Вот этот. Вот это как пятизвездочный отель. У вас есть 24 часа секьюрити. Они еще ходят. И джим тоже 24 часа? И сколько тут? Да. На 750 вы сказали? Где-то... Около 800. А девочка долларов. Что делает? В чем ее функция? А в чем функция девочки? Что она делает? Вот дает полотенце, смотрит, чтобы тут вода у всех была. Ага, окей. Скучно так сидеть. Да. Друзья, мы в святая святых, мы в туалете. Значит, это мужском. Массажный кабинет, он сейчас закрыт. Массажный стол, и вы так. Можете сюда вызвать массажиста. Отлично. Это... Значит, это турецкая сауна. Мокрая. Турецкая баня, да, это мокрая баня. Стима. Вот там сухая. Так, послушайте, какой же это туалет? Это сухая. Это совсем не туалет.
Ну, то, а, это, конечно, это и туалет тоже. Так. Окей? Ну да, значит, туалет там значит, присутствует. Значит, вот там. Тут одна душевая есть. Так. Ну там туалет и нет, тут я душевой да, не туалет вижу. Туалет и душевая. А, слушайте, душевая есть, да. И у вас тут все есть. Это такое ощущение, что это душевая для инвалидов. Все шампунь. Сюда можно заехать, это для инвалидной тележки все сделано. Вот да. Эти вот поручни для инвалидов. Да, и да, да, и да. Нету бортика внизу. Это именно для заезда инвалида. Это специальная да, инвалидная штучка. Так, идем дальше. Это хороший стиль. Да, два туалета. Еще туалеты. Так. Еще одна душевая. Где, где, где? Еще да, душевая. Да. И тоже инвалидно. Видите, вот там ручки и тоже нету бортика на полу. Хорошо. Классно, классно. Это признак современного. Потому что современные требования к строительству, они шкафчики. Другие. Шкафчики. Так. Вот, пожалуйста, тут вы можете побриться. Бесплатно лезвие дают. Да. Мыло, так. Шампунь, полотенце. Значит, взял чистое, да. Использовал. Вот да, сюда выбросил. Да. А шкафчики там надо иметь ключи положить. А они на входе. Свою да, брали. Все ага. Проходим снова через кофейную с обалденным запахом. Мы еще вернемся за этим запахом. Так, значит, и... Ну, это не бассейн, да? Марина. Это нет. Марина. Жарко. Там прям можно выехать, да, с этой Мариной? Марины можно выехать в океан. Да, да, конечно, тут со всего интеркостного да, можно... Можно выйти пройти через Панамский канал. Вот я знаю, что с парковкой, даже те, кто у нас хочет иметь лодку, это целое дело, поэтому если тут в квартире полагается оно и здесь место, целое. Оно и тут, они покупали. Оно и тут целое нет, дело. Нет, оно не входит в стоимость отдельной квартиры, это отдельно. То есть квартира не продается. Отдельно, они отдельно покупали парковку. Дело в том, что парковка все бесплатной не бывает. Просто тебе удобно, что ты возле дома. У нас нет, многие допустим, люди там могут час ехать до своей парковки. Нет, подожди секундочку. Вот, допустим, человек владеет квартирой, и он уже купил эту парковку, и у него идет ресейл. Так он же продает уже и квартиру, и парковку, правильно? У него парковка... Может, отдельно. Парковка – это отдельная покупка? Отдельная покупка. Это две разные покупки, Света. Это дорогая парковка? Он может продать квартиру и оставить за собой парковку. Не, что, тут дорогие парковки были. Так. Вот там барбекю. Да, хорошо. То, что я опять же повторюсь, Флорида стайл. Да. Вот мы тут смотрим на всю эту красоту со стороны бассейна. Вот Светлана. Явно ей тут нравится. Вот. И вот все. Все это хозяйство. Симпатично. Симпатично. Так, суммируя то, что сказал Леонид про Florida Style, я бы сказал, Света, что Florida Style подразумевает наличие денег. Это правда. Больших денег. Больших. Больших. Да, иначе твой стайл будет обслуживать тех, кто в этом стайле. Да. Итак, это у нас пентхаус левел, значит, 150 квадратных метров, две спальни, два туалета. Стоит что-нибудь 1800, начинается с 800 тысяч. Так. Прикольненько, правда так? Прикольненько. Вот спаленка. Окей. Это пришла риэлтор, которая работает в этом здании, и она нам показывает. Зовут ее Таня. Но такое ощущение, что она испаноязычная Таня. Таня. Не русскоязычная. Так, смотрите, как прикольно. Хорошо. Такой вид. Мило, очень мило. Я спросил, можно ли снимать, она говорит, снимай на здоровье. Так, пошли смотреть дальше. Так,
Тут чего у нас? Ага, вот мы отсюда пришли. And what is the monthly fee? On this one will be $790 per month. $790. Yes. Mm-hmm. Includes everything besides the electricity. Sure. Internet, cable, complimentary. Is it wallpaper? Or? Yes, this one is wallpaper. And it is done by Stephen G. Обои. Это дизайнерская работа. У них есть дизайнер, который вот специализируется в этих делах. Это как бы качественно. Окей. Вау. А? Да. Тут еще пахнет здорово. Знаете, они... не знаю, чем пахнет. Ребят, чем это пахнет? А покажите дорогое. Что там дорогое? Это Sub-Zero. Это Sub-Zero холодильник тут. Wolf Appliances. Кофемейкер у них тут есть, файн-кулер, все. Ну да, плиточка хорошая такая. Пару ящиков. Ну так. And there is another bedroom there, yeah? Yes, that would be the master bedroom. Так, ну давайте мастер bedroom посмотрим. Так, как-то все углами, знаете, так не прямоугольно, так скажем. Это мастер bedroom. А это к нему санузел такой. Да, санузел почти прямоугольный. Так. Тут можно сесть так, на таком параллелепипеде посидеть. Так. Ванная, друзья, такая эстетичная. Эстетичная ванна. А мы же эстеты. Так, тут что-то еще было. А, шкафчик. Walk-in closet, пожалуйста. Тут все очень нормальненько. А риэлтор сказала, если вам понравится, мы можем пойти посмотреть такой же юнит, но не отделанный. И вы тогда сможете себе, так сказать, наметить, как бы вы хотели его отделать. Это просто вот так. Для тех, кто не отделанный, смотреть не хочет. Хорошо. Вот как раз она об этом рассказывает. Сейчас мы еще один посмотрим. Там тоже две спальни и два туалета, но там есть еще демо, то есть там гораздо больше площади, то есть там уже не 15, не 150 квадратных метров, а уже там 210. Окей, движемся. Так, вот. Такой вот уголок, соответственно, и подороже. Окей. Да, но здесь здорово, здесь намного симпатичнее. Здесь очень симпатично. Так, ну-ка смотрим. Так, тоже это санузел, да, от мастер бедрума. Вот здесь у нас душ. Светлана говорит, а нельзя так, чтобы более прямоугольно было? Ей говорят, ну зависит, если он в торце или он, допустим, вот посерединке. Стоила она им где-то, наверное, на них покупали, потому что это 8-й этаж был, 780. То есть чем выше этаж, друзья, тем дороже стоит. Очень мне нравится тут именно как квартира, так как это пентхаус, так. Очень высокий. Потолок высокий, да. Слушайте, тут балкон такой углом идет. Вообще потрясающе. Он такой вот балкон. Это угловая, да? So it's a corner lot? Or? Yeah, it's corner unit. If you like this floor plan, I also have this one that faces south. Okay, thank you very much. I just like the idea of a big balcony. And you said that one faces south and this one faces north. Так, ну что же. Она говорит, что есть такой же вот угловой, но на другой стороне здания. Смотрит на другую сторону. Так. Красиво, ребята. Ой, красиво. Слов нет. Так. А, он не... Я думал, он угловой, он не угловой. Он дошел вот сюда до конца и больше не идет. Это была такая оптическая иллюзия. То есть, какая сторона дороже? Вообще, дороже South East или East.
вообще дорога. Не север. Не север. Но очень многие люди хотят, именно северную сторону. Окей. Yeah, let's see the rest of it. Yes, so that is the master bedroom, yeah? So you like that bit? Так, ну что же, вот... такая вот просторная квартирка. Друзья, квартирка там 200 с лишним квадратных метров. Неплохо. Совсем даже неплохо. Так. Дизайнерская вещь. Что тут скажешь-то? Кухня. Хорошо. Вот, а тут уже какой-то другой дизайнер, он из Бразилии, его зовут Сакаро. Тут все дизайнерское, знаете, там не просто какой-нибудь разгильдяй там из конструкторского бюро. Ну не сделано. Еще надо 150, да. Какая квартира 1150, чтобы ее сделать. Окей. 100 так минимум, где-то 50 полы, скажем так. So, and it starts at which? What is the cost? The price of it? So, this one, it comes with everything, the furniture, uh-huh. everything, two parking spaces, storage as well. Uh-huh. And the asking price is $1,750,000. $1,750,000, okay. And the association fee is? On this one will be $1,050 a month. Okay. It's very good. Includes everything, like I said, besides electricity. Mm. And I was telling Leo, this same unit on the 22nd floor I also have. Мы движемся, друзья, по пентхаусному этажу, в квартиру, в которой... Да? Что? Да, я просто говорил, что тут отделка лучше, но квартира, которую мы идем, там 3 бедрума, 3,5 баструма, и она площадью 24 сотни... 220 квадратных метров. И цена квартиры, вот эта конкретная квартира, продается упакованная, меблированная, со всеми прибабахами. Да. А есть такая же на другом этаже, которая голая, и вы можете ее купить сами. Вот то, что мы перед этим смотрели, она отделанная на 600 тысяч дороже, чем на другом этаже не отделанная. Угу. Хорошо, другой вид, конечно, совсем отсюда. Так. С другой стороны здания. Так. Ну-ка пойдем на балкончик, посмотрим картинки. Окей. И все окна снаружи, мы помоем. Друзья, впечатляет же. Ну. А что вот эти вот какие-то типа островки? Что это? Это как, да, это островки. Это называется Eastern Shores. Это специально их накопали туда или что? Да, да, тут практически все острова, они... Искусственные? Искусственные. А там дома продаются на них? Да, конечно. Вот этот дом был продан, я его чуть не продал. Вот видите, вот это белый. Не круглый, а прямо белый. Ага. Нет, это слева. Это прям как озера. Вон то озеро, да, слева? Это озеро? За 6 миллионов еще. Леонид, вот это озеро там слева? Вот. Это озеро, но это как залив, оно, видите, оно все, вот выход через, с него есть. А, с него есть выход, все. И вот там, где катера ставят. Дальше вот есть там выход тоже, и вы выходите в океан, вон, видите, дома, это называется Белл Харбор. Да, выход, я понял, то есть есть выход, это связано с океаном? Да. То есть вода соленая здесь? Тут все, да, тут все понятно. Да. Угу. И вот снова мы видим параллельный наш, так сказать, билдинг из этого же комплекса. Хорошо. Значит, вот так, living room. Тут тоже высокие потолки, выше, чем в обычной квартире. И они его обычно крутые. Так. Очень симпатично. Конечно, видно, когда дизайнеры работают, это видно. Так, обои. Like more
Do you have many Russian-speaking owners here? No, not really. Okay. Так, бедром нет, говорит, что-то не тут. Так, такая спаленка, она немножко вытянутая. Тут стоят две кровати, прямо на полу окно, смотрите. А как? А там весла для гребли, да, прям в углу. Такой декоративный элемент. Ну, это украшение, как бы, это дизайн. Ну, да. С другой стороны, если что, кому-то раз веслом. Это опасно все, это очень опасно. Опасно, знаешь, бывает, рассердился на кого-то, жену. Это полностью автономная комната. Угу. Вот это. What, for samples? Samples of the unit. Угу. Окей. Идем по коридору. Так, что у нас тут? О! Комната, спаленка. Тут у спаленки туалет. Все дела. Так. Так вот, почти на полу, можно сказать, и спят. Just one more time, the price of finished one or and unfinished one. This one? Yes. Everything, yes. You see, $2,290,000. Uh-huh. I'm unfinished, I have for $2,080,000 or with flooring, no furniture, I have for $1,740,000. Okay, good. Значит, вот то, что мы смотрим, это 2 290 000. 2 300, да. Но, на самом деле, если уже вообще без ничего, даже без полов, то тоже там уже 1 700 000. То есть так. Ну что же, да. Это уже действительно подороже. Но, хотя у них относительно, по местным понятиям, невысокая maintenance fee. Вот он, Стивен Джей, это вот этот вот их дизайнер. Видите, International Design Firm. Стивен Джей Инк. Вот. Так. Ванная. Крантики так интересно торчат. Туалет. Хорошо. Значит, знаете, похоже вот на хорошую такую дорогую гостиницу. Там типа, даже не знаю, с чем там сравнить. Ритц-Карлтон, например. Так. Три спальни, друзья. Три спальни. Можете сами парковаться, можете... And the association fee is... And this one will be $1,200 per month. Okay. Свет, вот мы видели три квартиры в этом билдинге. Я понимаю, что это мы с тобой не интересуемся для покупки. Ребята, может быть, которые нас смотрят, тоже именно вот купить, например, они не стремятся. Ну вот прокомментировать ты можешь в целом, ну, смотри, что это мы смотрели? Мы видели дизайнерски оформленные квартиры, конечно, с большим вкусом. И они выглядят, конечно, очень здорово. Да. Классно, что высокие потолки. И видно, что современный очень дизайн. Уже нет вот этих острововических закрытых кухонек, знаешь, где кухонцы нет. Ну, конечно, все очень здорово, очень красиво, что там говорить. А вид потрясающий просто. Вид невероятный. Я тебе скажу, что вид, вот, который у них тут, мне гораздо более симпатичен, чем вид вот тех, которые на фронт-лайн стоят и смотрят на воду. Да, конечно, потому что вид не только определяется тем, что ты видишь океан. Дороже все-таки Ocean View. Но почему-то, я не знаю, это их дело. Ну, как, знаете, как говорят, что никогда не устаешь смотреть на воду, на работающих людей, на огонь. И на собак. И на собак. Не еще на что. Собак тоже.